Это я пью сахар и воду. Сахар и вода у меня. После капусты был понос. Так. Так. Мой друг пишет, что у него мало работы. Он самозанятый. У него, собственно, какая-то работа. Сам на себя работает. Ему нужна реклама. Мало заказов. Раньше я говорил, что хорошо платят за мытье окон. Ну, видимо, мало заказов. Так. Присоединюсь. Пароль 8. Игра Factorio, версия 0.17.57. Ага. А как суббота по-английски? Я не помню. Saturday. Так, на чем мы остановились? Так, загрязнение. Так, тут ничего плохого. О, какая толпа! Большие, средние уже. О-о! Хотят. Ох, плюс и кислотой еще. Ух, какие злые. Так. Куда Стив побежал? Ладно, посмотрим. Я потом посмотрю, что он делает. Хватает ли нам лазерных турелей? Надо будет... Нам нужно будет все. И лазерные турели нужны будут. Где производство лазерных турелей? Сейчас посмотрим. А, вот они. Вот они и намотаны. 3. О, классно. Недостаточно батареек. Надо больше батареек. 12 батареек. Чуть больше нам батареек. Так, я попытаюсь нарастить производство батареек. Я вам пишу, что нет угля меньше 200 тысяч. Так, что с батарейками? Батарейки. Что производит батарейки? Вот это производит батарейки. А, сюда надо железо меди. А в общем-то здесь полно железо меди. Да. Ну до этого угля далеко, что на севере у нас. Ладно. Так. О. Так, все скину. Наберу солнечных панелей. Так, это возьму. Это возьму зачем-то, не знаю зачем. Так, это возьму. Так, а, их немного у нас. Так, стены. Стены пригодятся, нет? Где они уже? 500. А, пушечки тоже прихвачу. О, патроны, ну как без патронов? Хотя я сейчас не стреляю ни в кого. Нет, патроны не возьму. Сейчас
солнечные панельки буду устанавливать. А, вот они, вот они. Оу! Так, всякие неожиданности возникают. Большой спитер плюется в стену. Ну и пусть плюется. Пум-пум. Пум-пум. Так, починим. Раз уж я рядышком. Починю. У нас карта с настройками «Смертельный мир». Хватит, нет? Наверное, не хватит. Наверное, столбиков не хватит. О, вот так вот. А, нет. Вот так вот. Тут надо будет бежать, бегать. Но. Потом столбики установлю. Тик. 170 панелек, это... Хорошо. Так, плотненько застраиваю. Надо деревья рубить, не поместится. А, гады. Сейчас меня убьют. Рыбы не взял с собой. Это кошмар. Во время битвы лаги. Это ужасно. Надо взять рыбу. В общем, у меня пустой инвентарь осталось. 24 панельки. В общем-то, сейчас все заберу. Так, это возьму чуть-чуть. Это у меня уже не надо. Отсюда все взял. Так, это возьму. Рыба. Нормально. Стали много? Стали у нас полно с избытком. Ух ты. Ах ты, противный спитер. Спитер. Битер. Это был битер. Продолжу установку замечательных панелек, которых осталось у меня 24 штучки. Придется мне рубить дрова. А нет. Нормально. Все. Подвожу электричество. Искричество. Так. И здесь дублирующая у меня будет линия. Так. Так вот. Быстренько. Экономить не буду, столбики они недорогие. Буду ставить просто на бегу, не прицеливаться. Так, здесь... Лаги немножко. Ага. Что у нас с электричеством? Ой.
Ой, как они мало дают. Эти панельки. Сейчас вечереет. Ну, 6 мегаватт дают. Походу. Хотя 172 умножаем на 60. И 10 киловатт будет получается вроде. Максимальная будет днем. Ну, посмотрим. Ну хорошо. Так, ладно, здесь я оставлю дырочку. Много не сломают. Так, нужно ускорить производство батареек. Стены есть. Тут есть. О, здесь 1000 стен. Запасных. Что, сломали стену? Трубу сломали. Ах, много. Сволочи. Так, ладно, Стив починит. Вон там. Недалеко. А я займусь производством батареек. Сначала надо подвести. Да что ж такое, заблудился я. Железо и медь сюда. На конвейере. На конвейере. Да, я это сделаю сейчас. С помощью сплиттеров. Вот это медь пойдем. Лефт. Так, медные слитки. Лефт. Оу, лефт. Так, как это будет работать? Ага. Правильно. Так мне и надо. Оу. Пум. Это пока медь. Так, 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 так. И также железо. Это что, железо? Это железные пластины. Сейчас я также сделаю здесь с помощью. Так. Лефт. Железо. Хе. Так. Так. Сталь лишнюю уберу. Все. Так. Сюда тоже надо железо. Сундук я убираю, он не нужен больше. Железо пойдет здесь. Хе. Вот так я придумал. Так у меня получилось. Так. Что? Места не хватает. Где сундучки? Так, инзертеры модернизирую. Тут тоже инзертеры модернизирую. Тук. Тук. Правильно? Так, тут у меня какие проблемы? Почему медленно так все происходит? Газ медленно добывается. Газа. Газ медленно добывается почему-то. Излишки легкой нефти. Я вижу.
Излишек лег нефти, во-первых. Да, дел дрянь. Так, дальше надо заняться переработкой нефти. С водой. Нефть с водой будет. Вот. Ой, как это не скоро. Синие бутылки нужны. А синие бутылки мы не можем сейчас сделать. А? Так, это я подвел. Так, что здесь? Какие проблемы? Серная кислота? Проблема. Или нет? Сколько надо серной кислоты? 16. А, 20 надо. Что пишут? Потом роботы. Ну-ну. Ой, с роботами будет легче. Наша жизнь станет легче. Ну, не так быстро. Не, серной кислоты не хватает. Надо больше батареек. Больше серной кислоты. А значит, надо поставить как-то все это вот по-другому. Добавить нужно перерабатывающий завод. Кирпичи, кажется, нужны. Кирпичики нужны. Кирпичики есть где-то. Сундуки. Они. Место и место. У нас дефицит. Место. О, да, немного тут кирпичей. Пум-пум. Окей, давай. Науку будет перестраивать. Так, пум-пум-пум. Я две поставлю штучки. 16 туриц. Зеро. Так, я забрал все пушечки. Панельки производят. О, быстро производятся панели. А тут что у нас? А это куда? Откуда? А, батарейки сюда идут. Откуда батарейки идут? Так. А это что такое? А, это я что ли сделал так? Батарейки нужно сюда тоже. Ладно, сделаем. Или не сделаем. Потом. Это не первое очередное. Сейчас вот эти вот нефтеперегонку я буду делать. Ой, это не просто будет. Ой, не просто. Надо сырую нефть тащить на новые территории. Рубить дрова надо. Жуки будут нападать. Ай-яй-яй. А, ну хорошо, быстро рубятся деревья. Все будет хорошо. В субботу иду на новую работу. До того момента. Может быть, поотдыхаю. Может быть, отдохну. Ничего не. Деревья в куче у меня. Как хорошо. Так. Здесь я это поставлю.
А нет. Мое правило — разреженность. Так. А, куда вы нападаете? Ах вы гады. Ну нет, Ух вы. Откуда вы попадаете сюда? Отсюда. Я сейчас устрою пушкину мать. Пум-пум-пум-пум-пум. Пум-пум-пум-пум. Так, у меня есть супер... Да, супер-пупер башни есть. Вот так вот. Том-пум-пум-пум-пум. Раз, два, три, четыре. Угу. 5, 6, 7, 8. Вот так, на мой взгляд. Нет, не на мой взгляд, а я утверждаю, что так наиболее эффективно. Пушки стреляют. Что сломали? Пушку сломали. Гады. Заплевали. Угу. Так. Так, я тут написал метку, может прочтет, успеет. Так, столбики надо скорее ставить уже, а то жуки нападут. Будет не сладко. Все, электричество есть. Подвел электричество, стены поставлю. Ох. Так, так вот. Починю, что есть. И теперь стены. Много стен поставлю в этом месте. Я предполагаю, откуда идут жуки, но точно не знаю. Потом укреплю. Опасное уязвимое место буду укреплять. Так, а пока поставлю стену здесь. Не знаю, где надо защищаться больше, сильнее. Пока так все будет. Ну, еще. Разговариваю сам с собой. Сейчас я сам с собой не разговаривал. Я немножко частично нахожусь уже на своей новой работе. Куда поеду? В субботу. Точнее, пойду. Так. Производство батареек у нас сейчас будет. Так. Так, сюда пойдет нефть. Так. Где нефть? Где трубы с нефтью? А, мне нужно сделать трубы. Много. Где? Где ломают? А, сломали. Как быстро. Так, пройти. Это тут скала, ах. Чё ломают еще? Стену ломают. Ну, я вам покажу сейчас, как стену ломать мои. Не там я поставил. Ага, они все-таки напали на мои лазерные турели.
Так, ломают они здесь стену. Значит, я тут поставлю турель, а там уберу. Темнота, друг молодежи. Вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Опять проведем электричество. Так. Так, ну это я убираю пока. Не надо. В этом месте. Ну а чем? Если там не будут нападать, то и не зачем. А, лазерные турели потребляют электричество. Даже если не стреляют. Правильно? 24 киловатта. Поэтому каждая лазерная турель жрет 24 киловатта. Даже если не стреляют. Так, починимся. Вот, периметр потихонечку расширяем. Укрепляем. Еще стену добавлю. О, супер. Так, я испугался и убрал эти штучки. Перерабатывающие заводы. Так вот. Так, нефть. Где будет нефть? Тут я не пройду, тут я пройду. Труба с нефтью будет где-то здесь, а. Где ж ее тащить? Сверху потащу или снизу? Тут вода, а сверху. Как-то сверху. Не представляю как. А, трубы надо наделать. Так, еще подземных. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Нет. Фикс чисто. Что-то надо починить. Че там такое? Че там, че там? Где, где, где? Где он? Я его не вижу. Тихо, где ты? А. Так, что он пишет? Зачем он так хочет? А, мой косяк, что ли? Ага. Накосячил я. Окей. А чё я? Да ёлки. Накосячил. Так, знаю, как исправить. Сейчас исправим. Так, сюда у нас идет железо. Пум-пум-пум. Так, ну и сюда тоже пойдет железо. Пу-пу-пу-пум. Вот мы и починили мою ошибку. Исправили. Так, что он пишет-то? Ага. Да, я ошибся. Прервал поток железа туда. Ну, теперь все идет куда надо. Ну,
Ну, нормальненько, скорость нормальная. Ладно, потом улучшим эти конвейеры на красненькие. Поменяем. Пум-пум-пум. Так. Чё, на чём я остановился? А, на нефти. На нефти я остановился. Нефть надо протащить. А, у меня пока трубы делаются. Не спешить некуда. Делаются трубы. Что сломали? Пушку сломали. О, ладно. Пока починю здесь. Исправлю. Раз, два, три. Кей-кей. Увидел мою отметку. Отметину. О, как они поломались жестко. Серьезно поломались пушечки. Так, сейчас я вынесу здесь пушки вперед. Наружу. Угу. Сейчас я их вынесу. У меня пока есть. Так вот. Стена будет. Так вот будет. Вот эта штучка. Пушки поставлю 8 штучек. Теперь электричество. Срочно электричество поставлю. Есть электричество. Все. Посмотрим, как это будет у нас эффективно. Ой, сам себя отгородил. Так. Посмотрим, что получится. Если оборона будет эффективной. Можно будет здесь что-нибудь еще построить полезное. В общем, я отожрал территорию у жуков. У злобных жуков. Подчиню пока вручную. Вот здесь тоже надо починить. Столбик. Так. Вот там я сделал оборону покруче. Что, не нравится ему? Ага, он еще не знает, о чем я говорю. Давно не играл. А, так мы не играли с ним. Так долго, так серьезно. Мы все, что мы успевали делать, это строили ракету и выходили из игры. Но это были 14, наверное, Factorio 0.14, 0.15. Там все по-другому. Так, я все хочу нефть. Уж протянуть. А это что? А, подземная, а зачем? Ну ладно. Так уж я сделал. Так, нефтью займусь я наконец. Вот она, нефть. Трубы есть. Немного. Сделаем еще. Теперь сделаем нефтепровод. Хорошо, они далеко. Подземные тянутся. Так. Ну, сейчас дотяну. Ай, хорошо, вот так тогда. Вот у нас хорошо все. Э?
Что там? Где у меня эти фабрики? Так, поставлю это. Опять что сломали? Ну что сломали? Стены. Стены ломайте, гады. Ну, ломайте. Ничего. Так. Так. Все, сюда. Что тут? Поставить поставил. Тут трубочки. Тут трубочка. Тут трубочки. Это лишние две. Ломаете, да? Гады. Ну ладно. Теперь здесь надо объединить газ. Смогу так? Объединить газ смогу? Даже не знаю. Легкую нефть здесь объединю я. Так, я еще не пробовал. Ой, что я взял? Так, легкая нефть у меня объединилась. А теперь тяжелую нефть надо объединить. Как-то вот так. Получится? Вроде получилось. Скриншотик. Мне нравится плод моих трудов. Плод моих стараний. Ну чё, как борьба? Мало пушек? Я добавлю пушек. Они не успевают убивать злых спитеров. Сейчас добавим пушечки. Эти пушки пока не буду убирать. Так, это я пока починю. Да, ремонт этих пушек лазерных потребляет некоторое количество железа. Так. Так. Раз, два, три. Раз, два. Ой. Два, три. Еще здесь тогда. Опа. Чего не хватает? Вот этого не хватает. А это что требует? Этого. Пластик. И пушка. Ой. Так, здесь я спрячусь. Все, давай. Ну так будет посильнее. А это я уже уберу. 24, 48, 72, 120, да? Киловатт сэкономил. Чё с нефтью? Пластик сейчас у нас будет. Надо будет вести... Скоро тянут воду надо будет сюда, чтобы... это перегонять как надо, как положено. Так, так, парарарарара. Из пропана делается, ой, из пропана делается сера. Вода. А, теперь надо воду тянуть. Сейчас уже.
протянем. Откуда взять ее? Где брать начало? А, у меня здесь трубопровод есть. Вот отсюда я ее и возьму. Где? А, вот она. А что? Видимо, вот так можно. Оп. Опа. Вода есть? Да, вода поступает в организм. Так. Здесь я поставлю химические лаборатории. Парочку. Где вода? Вот она! Вот вода! Вот водичка. Химическая лаборатория для... Для серы. Пом-пом. Так, а что такое? Перепутал немножко. О, так. Здесь будет просто труба, а здесь будет. Так. Все, здесь вода есть. Теперь надо воду туда подвести. Вот таким образом. Опля. Раз водичка. Два водичка. Все, подвел воду. Теперь газик надо подвести. Пум-пум. Газ подвел. Как бы. Тут у нас состыковка будет. Сложная вот такая вот. Все, газ подвел. Вода есть. Железо теперь, да, для серы или нет? Нет. Теперь... Все лишнее тяжелую нефть или легкую нефть переработать надо будет в твердое топливо с помощью химикал-плантов. 4, 5, 6. Как я это буду делать? Не представляю. Ну, посмотрим. А скоро это все надо будет переделывать. Сейчас я посмотрю, сколько у нас есть лазерных пушечек. 27. Ну, более-менее. А что он делал, я забыл. А! Бутылочки какие-то. Так. Переработка. Так, сейчас посмотрю на карте, как он тут что переделал. О! Ага! Супер! Вот фабрики две. Тут сколько фабрик?
О. А, и тут 4 фабрики. О, больше, чем достаточно. Хорошая работа. Супер, хорошая работа я написал. Так, теперь надо 3 на легкую нефть и 3 на тяжелую нефть. Так. Раз, а. О, ты елки. А. Крутится так. Твердое топливо из легкой нефти. И твердое топливо из тяжелой нефти будет здесь где-нибудь. О, подальше можно поставить вот так. Готово. Теперь надо сюда подвести легкую нефть, сюда подвести тяжелую нефть и готово. Сначала легкую. А это что? Ах ты. Так вот. А, нет. Не прокатит. Вот так вот, наверное. И вот так вот. Тут проходить можно будет? Мне важно, чтобы можно было ходить. Чё это все? Так. Соединил. Так, сюда поступила легкая нефть. Поступит, когда электричество подключу. Так, теперь тяжелую нефть подключу. Каким-то образом. Волшебным. Тум. Тум. О, получается. Ага. Так. 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 Теперь просто трубы. Так, так. Так, так. Все. Сундуки. Различные. Стальные, железные. Так. И у нас будет хорошее производство батареек. Ну, серная кислота и все остальное будет производиться. Эй. Или я поспешил с этим всем. Или как-то надо по-другому было. Ладно, подвожу электричество. А, серу надо куда девать еще. Я наладил производство серы. Девать ее еще некуда. Так. Оп. А у меня закончились столбики. Удивительно. Как они быстро заканчиваются-то. Удивительно. Ладно, сделаем еще сотенку. О-о-о. Душа поет. Душа поет. Когда все получается. Куда направить серу? Она нужна для производства серной кислоты. Посмотрим, хватает ли здесь ее. Че, электричества не хватает? Мегаватт производит паровые турбины. И 11 мегаватт целых солнечные панельки могут производить. Какое? Сейчас же день. А! Ну, чуть меньше. Где-то мегаватт 10 они производят. Солнечные панельки.
А, ну они перекрывают, в общем-то. А, вот здесь на пудре наверху написано. 7 мегаватт они производят. 60 киловатт каждая. А порвы зачем работают машины тогда? Аккумуляторы заряжают? Для зарядки аккумуляторов, видимо. Аккумуляторы не заряжены. Аккумуляторы не заряжены почему-то. Не вижу, чтобы они были заряжены. Сейчас посмотреть или не посмотреть? Ладно. Займусь своей кислотой. Так, сер идет сюда. Ага. Серая наука здесь. Ага. Ага, вижу. Вот. Здесь, ага. Так, значит, серы. Ну что, попробую. А, даст это пользу? Сейчас посмотрю. Прокачать лазеры, конечно, нужно, но они... прокачка лазеров очень дорого будет стоить. 300 бутылок. Так, 300 бутылок. Роботы нужны тоже. Так. Пластикс. А, после пластикса... После пластикса... После пластика. Advanced Electronics. Ну окей. 200. Дорого. Weapon damage. Ну хорошо. Weapon damage. Урон какой? 30% увеличение урона. Окей. О, а это зачем? Огнемет? Огнемет хочет? Так, значит, серную кислоту буду производить здесь. Чтобы ее производить, что мне надо? Сейчас я посмотрю. А. Chemical plant, химическая фабрика. Ага. Через 10 минут он уходит. Да, я не успею особо ничего сделать. По этой причине. Так, чтобы производить серную кислоту, нужно железо забрать. Вот сюда. Так. Пум-пум-пум-пум-пум.
Так, сообщение ушло. Угу. Так. Так, конвейеры у меня есть. Много. Подземные есть. Сплиттеры есть. Сплиттеров добавлю. Инвертеры добавлю. Это я добавлю. Немножко. Так, железо. Ладно, я потяну к себе и железо. И медь. Вот на этом конвейере. Оп. Ладно, стены эти не нужны уже. Так, что-то он меня зовет. Что там? А, дырка. А. Жуки нашли прореху. Сейчас. Что будет? О, что ломают? Солнечные панельки. О, гады. О, май гад. О, май гад. Надо больше турелек взять. Сколько у меня их тут? У нас 27, нормально. Все панельки поломали. А, какой кошмар. Все панельки поломали, сволочи. Ага, хоч. Да? Ну ничего. Сейчас исправим. Сейчас починим брешь. В стене. Ах ты, кто меня ломает? Сейчас брешь починим. Вот здесь я поставлю оборону. Восемь пушечек. Не, слишком много, 8. 4 пока хватит. Посмотрим интенсивность нападений. Много ли будет нападать жуков этих противных. Так, это я починю. Починил. Будут ломать стены, увидим. Так, пошел готовиться, видимо. Шестнадцать панелей сломали. Гады. Бывает. Так, железо и химикал планты. Сделать надо, наверное, 3 штучки. Для производства серной кислоты. Железо. Опа. Сюда пойдет железо, туда пойдет сера. На этот конвейер. Оп. Угу. Подземный.
сделать еще один. Инзертер, так. Угу. Так. Да, вот. Одинаково поставлю. Вот так. Так, кислота серная. Пум-пу-ру-ру-ру-ру. А, сюда надо только железо. А, ну не важно. Левый. Железо. Оп. Так, это доведу сюда. Железо и это. Оп. А, и вода нужна. Сюда. О, какие дела. Ладно, доведем и воду. Так, водичку сейчас доведем. Вот так вот. Так, и здесь. Так. Что ты будешь делать? А, отсюда пойдет кислота серная. Смогу я все это организовать-то? Так. Ну, здесь пойдет водичка. Так. 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 Сквозь химическую фабрику вода тоже протекает. Из этой трубы в эту. Из нижней трубы в верхнюю трубу. Удобно. Протекает. Так, а с серной кислотой что делать? Бу-у-у. Так что ли? Так. Пом. Труба. Все, это я сделал. Ага. Окей. ВБ. Welcome back. Добро пожаловать назад. Ну, серная кислота у меня есть теперь. Тук. 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 Электрификация есть? Серная кислота есть? А чё, а где газ? Газ. Газ закончился. Куда делся газ? Петролиум. Э? Почему фабрики остановились? Тяжелая нефть никуда не уходит. Почему? Потому что трубы нет. Теперь есть. Вот так. Скриншотик. Теперь куда девать серную кислоту? Вопрос. Куда? А, мы из нее делаем батарейки. Что делает химическая фабрика делает, да, батарейки? Так, это я вот тоже удаляю. Это уже не надо. Пум-пум-пум. Посмотрю, подсмотрю. А, серная кислота, железо и медь. Вот как замечательно. Поставлю три химических лаборатории. Раз, два, три. Для производства батареек. Где-нибудь здесь, а.
тут, а здесь. Железо есть, медь рядышком. Серная кислота готова. Твердого топлива теперь у нас слишком много, его столько не нужно. Так. Ой, а это что? А. Так. Железо и медь пойдут туда. Химические лаборатории. Первое. Так, это готово. Так. Так, не знаю, что он задумал. Пусть сам строит, что хочет. Так. Батарейка. А, теперь вот пошли лазерные. Прокачка лазерных пушек пошла. Окей. Давай, сохраняйся, потом поиграем. Я сохраню. Жалко, хотелось бы поиграть. Еще сколько времени? Время 5:30. Мы играем всего лишь часик. Ну что ж, час пролетел незаметно. С толстяком время летит незаметно. Сохраняюсь. Останавливаю запись.